Ребят, привет! Давно не выкладывал никаких видосов. У меня есть буквально праздничная новость для жителей города Санкт-Петербурга, города героя, я бы сказал даже. Вот, ребята, ближайшие 3 месяца примерно я буду 90% своего времени находиться в Питере. Поэтому информация следующая. Кто хочет попасть ко мне на обучение, пройти какие-то тренинги, уикенд или индивидуалку, или что-то в этом духе, милости просим, будем проводить тренинги в Питере. Для того, чтобы туда попасть, нажимайте на ссылку под этим видео. Еще информация следующая. Значит, я всех вас приглашаю подписаться на мой инстаграм. Мир не стоит на месте, я как бы динозавр, но все-таки стараюсь следить за тенденциями моды. Вот. И, собственно говоря, какие плюсы для тебя, если ты подпишешься на мой инстаграм? То есть, ну, я не буду выкладывать там фотографии голых женщин, не знаю, к счастью или к сожалению, себя иногда, может быть. Я буду вести там прямые трансляции, прямые эфиры на какие-то темы. То есть я буду чаще появляться в инстаграме в ближайшее время, чем в ютубе. То есть в ютубе редко буду выкладывать видео, поэтому все welcome в соцсети, будем общаться в соцсетях. Ссылка на мой инстаграм, она находится под этим видео. Давай подписывайся, плюс достучаться до тебя, и то есть ты не пропустишь, мне будет проще. В общем, там будут прямые эфиры, там будут интересные какие-то посты и так далее. Следующее. Приглашаю всех вступить в мою группу, в сообщество в Телеграме. У нас уже был опыт, когда я делал чат в Телеграме, но история следующая, что чат не совсем тот формат. Значит, я приглашаю тебя вступить в группу в Телеграме. Телеграм чем приколен, что у тебя будет тендын на оповещение, когда от меня будет какая-то новость. Я буду выкладывать туда интересные посты, в том числе я буду голосом записывать какие-то аудиокасты, какие-то интересные на злободневную тему, в том числе не только по женщинам, а по собственному развитию. Но там будет интересно и круто. То есть на Телеграм ты можешь подписаться, нажав также на ссылку, одну из ссылок под этим видео. Сейчас, что я хотел сказать еще? Значит, значит, еще раз, ну, резюмируем. Значит, я всех хочу поздравить с весной. Наконец-то она наступила, даже в городе Санкт-Петербурге. Здесь солнышко, хотя довольно-таки не жарко. Возможно, по этой причине у моего оператора сейчас трясутся руки, и видео выглядит вот так. Ребята, еще раз, значит, я в Питере, записываемся на обучение. Подписывайтесь на мой инстаграм, который вы увидите, ссылку на него, если еще не подписаны. То есть там будут прямые эфиры, которые буду вести не только я, буду приглашать еще и каких-то сторонних гостей из темы, психологов, тренеров личностного роста и прочее, прочее. Будет очень круто и интересно. И, соответственно, группа в Телеграме, на которую тоже просто буквально даже голубь пришел подписываться. То есть должен подписаться. Там будет очень много полезной инфы. Собственно говоря, как-то так. Ну и ждите моих новых видео на YouTube. Еще раз говорю, что здесь они будут появляться чуть реже. Больше активности я буду проявлять в социальных сетях. Все ссылки под видео. Увидимся. Это был Шамшурин. Всех с весной.